Я не говорю, что нужно было проявлять какую-то агрессию, но объяснить можно было? Пошли бы в Еврокомиссию, там бы объясняли. Все молчали. Только мы постоянно слышали, что вот Россия то, Россия это, опять какой-то заговор российский здесь придумали. Мне один мой приятель из Германии сказал, в Баварии было, к сожалению, было наводнение, такое впечатление, что ты и в наводнении виноват в Баварии. Но так же не может вечно продолжаться. Но не дали, но мы оставили.